Слава заслуженного мастера спорта Евгения Рылова, двукратного чемпиона мира и Европы, давно перешагнула границы не только Ленинского городского округа, но и России. Тем не менее, именно здесь, в бассейне «Дельфин», где он делал первые шаги в большой спорт, решили создать соревнование под названием «Кубок Евгения Рылова». Он был таким же маленьким, как эти ребята. И, конечно, нам очень хочется, чтобы имя Рылова всегда звучало в Ленинском городском округе. Всегда. И чтобы дети видели, радовались и стремились точно так же, как Женя в свое время стремился стать олимпийским чемпионом. В нынешних заплывах участвуют дети 10-14 лет. Всего в них примет участие почти 100 воспитанников Развилковского и Видновского отделений центра «Дельфин». Сами же соревнования пройдут в несколько этапов. Сегодня пройдет только первый этап. Это 50 вольные и 50 роль на спине. Следующие этапы планируются в феврале. И заключительный этап у нас пройдет в апреле после чемпионата России, на котором пройдет отбор на Олимпийские игры в Японии. Организаторы признаются, что нынешний первый в истории кубок Евгения Рылова своего рода репетиция. Уже на следующий год планируется задействовать спортсменов до 18 лет и сделать кубок открытым. Я думаю, что этот турнир имеет в дальнейшем более длинную историю, чем спортивная жизнь любого спортсмена. В дальнейшем, на перспективу, на будущий год, мы планируем приглашать это иногородних спортсменов, да, то есть развивать масштаб этого турнира. Сам Евгений Рылов не устает подтверждать, что находится на пике формы. На недавнем чемпионате России на короткой воде он завоевал 2 золота и серебро. К тому, что кубок назван его именем, относится философски. Это очень приятно смотреть на подрастающее поколение, когда ты таким же был. И как-то анализировать, что ли, себя, что было, что сейчас происходит. Самый простой совет на подрастающему поколению от чемпиона. Что бы вы им посоветовали? Не распыляться детям, ну то есть, если они что-то выбрали, чтобы не было отвлекающих факторов от цели. Главный совет – это следить за тем, чтобы все росло, шло именно туда, куда надо. Естественно, присутствие на соревнованиях именитого спортсмена – дополнительный стимул для юных пловцов, как и возможность получить награду из рук Евгения Рылова. Я очень сильно доволен, потому что я даже не ожидал, что у меня будет первое место. Не тренировался весь этот карантин, и он мне все планы попортил на плавание. Кто знает, может быть, сейчас в этом зале свои первые награды получают будущие олимпийские чемпионы. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.